Бывший руководитель Красноярского музейного центра Михаил Шубский может стать президентом музея. Накануне эту должность ему предложила министра культуры края Елена Мироненко. Вот что по этому поводу говорит сам Михаил Шубский. Ну, вчера был разговор с министром культуры о том, что разрабатывается идея президента Красноярского музейного центра. Что это такое и как, это Министерство культуры проработает, и будет понятно, что это такое. Ну, вот и все. Как я понимаю, конечно, это лучше, чем, ну, как бы сказать, были вот эти дискуссии, конфликты, а это как бы все-таки решение какой-то проблемы. Поэтому, мне кажется, конечно, нормально. Мне главное музей, который поет, живет, работает. И слава Богу.